Рад вас видеть. Садитесь, пожалуйста. Так. А сегодня у нас с вами лекция 9. Уже. Это уже глубоко за серединой. Вот. И сегодня мы с вами занимаемся виртуальными функциями. Объявление первое. Я решил сделать вам контрольную на занятии. Не здесь, не сейчас. Можно так широко не садиться. Вот, если что. На занятии самом будет контрольная. Вот, там. Три вариантика. Пописать классы. То есть она не по незадачная, а именно на знание ООП. То есть последние занятия, вот последние лекции. Да, чтобы понимать, как вы это дело вообще вникли, не вникли. Вот. Понятно? Компьютера я вас лишать не собираюсь. Можно будет пользоваться, пытаться гуглить. Вот. Но никакие средства общения не допускаются. А тоже на нем будет? А? А тоже на нем будет? Нет. Это будет уже такая именно ваша. А как? Просто анонимная. Нетушки. Настоящий контроль. Вот, срез. Значит, теперь по поводу того, что мы делаем сегодня. Значит, мы с вами сегодня занимаемся переопределение методов. Вроде бы я в прошлый раз рассказал и про то, что методы могут быть перегруженными, то есть в одном классе может быть несколько одноименных методов, которые отличаются типами этих параметров и их количеством. Да? Даже конструкторов может быть несколько. Да, они тоже могут быть перегружены. В то же время, если у нас есть наследование, то класс-наследник может переопределить какие-то методы, сказать, а, нам они не нужны, мы пользуемся новыми методами. Да, ну, надо понимать, что при этом доступ к атрибутам и методам базового класса, да, производный базовый, да, так вот, доступ к методам и атрибутам базового класса может быть ограничен. Если какие-то атрибуты являются приватными, то они недоступны в производстве. Да, это легло с прошлого раза. Protected, да, вот семейная ценность, то есть защититься от взятия атрибутов извне, но так, чтобы были доступны у производного класса те атрибуты, которые унаследованы от базового. Да, это значит protected нам требуется писать. То есть для большинства скрытых нам требуется не private реально, а protected. И про наследование тоже напоминаю, есть три варианта, там private, protected и public. Причем обычно адекватным наследованием является публичное наследование, при котором все права доступа сохраняются. Не повышаются, а сохраняются. Вот. Значит, теперь про виртуальные методы. Итак, пример проблемы. Представьте себе, что у меня есть какая-то... А, давайте так, от питона. Оттолкнемся от питона. Давайте опять на этой стороне. На этой будет питон. На этой доске. Как было в питоне? В нем любая функция могла быть применена к любому типу. Да, поэтому вот у меня была какая-нибудь функция. Давайте что-нибудь. Print 3. Print не дерево, а print 3. Да, print 3. Которая получает какой-то объект x неизвестного типа. Но она предполагает, что у этого x есть метод .print. То есть она берет и вызывает x.print. Да? И делает это трижды. x.print, x.print, x.print. Я делаю примитивно, без цикла, просто раз, два, все, вызывает. А то есть важно что? Чтобы была функция print, метод print у объекта x. Да? Это единственное требование. А уж какого x типа, там вообще не было требований никаких. Но в C++ так нельзя. C++ у нас четкое компилирование. Да? А, да, я еще кое-что не дописал. Давайте я опишу, какой x, но я уж ниже опишу. Хотя, понятное дело, что x должен быть... А хотя какая разница, на самом деле, к моменту вызова должен быть определен класс. Ну, давайте тут напишу. Что я делаю? У меня есть класс B, базовый, да? Класс B, в котором у меня... есть метод print, def print, который осуществляет печать методом вызова стандартной функции. То, что, кстати, они одноименны, а прошу прощения, print self, да, self обязательный параметр, даже если он не используется, как-то нужно.
Так вот, он вызывает print и печатает, что он base. Да, что вызван метод print базового класса. Атрибуты мне сейчас не нужны вообще. И я делаю класс производный. Класс D, который я делаю наследником класса B. Производный от класса B. И здесь я что делаю? Я замещаю метод print. Да, так тоже можно было делать. Пожалуйста, да, я мог заместить метод print, чтобы он делал что-нибудь другое. Ну, например, print derivative. Ясно? Соответственно, теперь, если я создаю B класса B, экземпляр класса B, создаю D экземпляр класса D, да, то я могу вызвать функцию print 3 как для B, да, так и для D. И что у нас получалось? Что он берет тот метод, который адекватен этому экземпляру. Логично? Логично. То есть, когда он печатает три раза B, то он печатает base, base, base. Когда он печатает print 3 derivative, он три раза derive, derive, derive. Теперь C++. Давайте только теперь я как бы более последовательно, теперь я буду по порядочку. В C++ там самая-то главная проблема на где? Потому что в C++ нельзя писать функцию без указания типа. Да? Итак, я начну с описания класса, потому что мне нужно описание этого. Итак, я делаю класс base. Ну, давайте здесь я его назову base по полностью, да, класс base. И у него внутри я делаю единственный публичный метод, опять же, атрибуты не нужны, все, копия сейчас будет. Да? Public. И пишу void. Print. В данном случае self не нужен, да, то есть у меня this, он всегда и так присутствует. Не нужно. Нет такого, что передается self как параметр. Да? This просто присутствует, если метод не является static. Метод не static. Ну, а мне, собственно, this не нужен, потому что и атрибутов нет. Я тупо сейчас буду на cout. Std cout. Я печатаю base. Перевод корректный. Ну, это коротко. Касаемо. Все понятно, да? Копипаст. Только перевели на C++. Пишем производный класс. Класс. Derive. Двоеточие. Публично наследует public base. И переопределяю метод, оставляя его публичным. В публичной зоне класса я описываю void print, в котором пишу std2 двоеточие cout derived. Закрыли метод, закрыли описание класса. А теперь продолжаем. Что я делаю ниже по тексту? Описываю функцию print3. Она мне ничего не возвращает, она у меня void. Так и называется print3. Она должна получать типизированный атрибут. Да? То есть этот самый x, он там типизирован. Но какого типа? Я хочу вызывать эту функцию и для базового, и для производного. Соответственно, у меня должна быть какая-то... Помните, я говорил, да, что когда я указатель преобразовываю, я могу преобразовать указатель на производный к указателю на базовый. Да? Потому что я через указатель
На базовый не смогу обращаться к каким-то запретным атрибутам. Все атрибуты унаследованы. Поэтому если я буду пользоваться сыном так же, как пользовался отцом, то страшного ничего не случится. Понятно? Я не вылезу за границы его памяти, которая отведена под объект. Понятно? Понятно. А наоборот, нельзя. Нельзя пользоваться сыном, нельзя пользоваться отцом по ссылке сына. А мало ли у него какие-то новые методы, новые атрибуты, да? Потому что этими методами и атрибутами он полезет в те куски памяти, которых там нету. Потому что size of экземпляра базового класса меньше либо равен, чем size of производного класса. Ясно, да? Соответственно, я могу вызывать и для базового, и для производного функцию, у которой в качестве ссылки, а я сейчас по ссылке, зачем мне весь экземпляр копировать, копирующий конструктор? Нет, не надо. Я буду по ссылке его. Или по указателю. Одно и то же пример, но я буду по ссылке, чтобы звездочку не писать каждый раз. Понятно, да? То есть я сюда пишу константную ссылку. Почему константную? Ну, если вдруг, не дай бог, будет константный объект, мне дан уже константный, то print 3 не будет требовать от него, что вдруг я тебя захочу поменять. То есть все нормально. Поэтому я передаю по константной ссылке. Const base ampersand x. Понятно, да? Вот упоминание типа базового. Да, я про контроллер сказал. И чего, знаете? Может, вы смс-ками там напишите всем, посещаемость у нас увеличится на семинаре. А то ж контроллер переписывать-то будет нельзя. Мы соберем сегодня все работы и все. Так что вы это сигнализируйте товарищам, если что. Вот сразу после лекции они могут не успеть сообразить. Значит так. Значит, и что я делаю? Ну, понятно, что я делаю. Я для x. Print x. Print x. Print. Все понятно, все нормально. Делаем int. Мы пока никаких проблем, все у нас получается. А теперь смотрите, я делаю, собственно, экземпляр базового класса base b derived d и вызываю функцию print 3 для b и вызываю функцию print 3 для D. Это понятно? Все понятно? Пока вот я вот ничего особо не писал. Ну да, на C++ все дольше. Да, но вроде бы пришлось тут как-то упомянуть, какого типа этот класс. Да, указатель на базовый. Это не работает. А? Это не работает. Да, но это не работает. А точнее, оно работает, но не так. Как оно работает? Оно... И тут напишет три раза base. Да? Base. Ну, я в одну строчку напишу из экономии. Да? А тут тоже напишет base. Вопрос, в чем причина? Ну, потому что мы на базовую... Мы даем ссылку базового. Он будет использовать старый метод. А почему? Ведь передается-то на самом-то деле не базовый, во втором случае передается реально-то. Именно производный класс. Сын передает. Но тип ссылки же. База. Они наследуют. Вот. Абсолютно верно. Дело в том, что язык C++ компилируемый. Это означает, что ассемблерный код, машинный код в конечном счете, вот этой функции print3, должен быть точно уже известен не в момент выполнения, а в момент компиляции. И он один. То есть тут нет ни перегрузки, эта функция не шаблонная, если кто-то узнал уже про шаблоны. Это не шаблонная функция, то есть ее программный код один-одинешенный. Нету многих программных кодов, она одна. И в этой функции должна быть ссылка, ну если на ассемблере говорить, то там должен стоять call с конкретным адресом 3F87, какой-то конкретный адрес, кого он будет звать. Да? Мне
тут, в этот момент, в питоне помогает как раз его интерпретируемость. То есть он вообще ничего не предполагает, в момент вызова он напрямую обрабатывает, и он каждый раз выясняет, а у X вообще есть принт или нет? А, есть, а кто такой принт? То есть у него происходит здесь как бы диспетчеризация. То есть он вызывает или одного, или другого, ну как вот в такси вот эта тетечка, которая сидит, вы звоните в такси, да, она как диспетчер, она либо одного, либо другого вызовет, который ближе, да, который адекватен. Вот мне требуется вот тут вот обеспечить диспетчеризацию. Смотрите, я расскажу, как это можно сделать методом костыля. Вот если бы язык C++ не обладал специальными возможностями для реализации, можно это сделать? Ответ – да. Называется этот метод введение поля типа. Поле типа. То есть мы берем и куда-нибудь сюда, в публичную часть самого базового класса, записываем какой-нибудь int myType. MyType. Это переменная, которая будет унаследована всеми потомками базового класса, в частности и производных. И у них в конструкторе, я не буду этого писать, потому что это займет много места. Мне нужно создать конструктор у базового класса. Каждый раз, когда создается конструктор, базовый класс, экземпляр базового класса, в его конструкторе будет реально прописываться, что этот экземпляр имеет myType равно 1. Когда я создаю производную, то в его конструкторе будет написано myType равно 2. Да? Я беру всю иерархию, вот у меня есть базовый, да, у меня есть базовый, есть всякие его дети, там, D1, да, есть там D2, да, есть, там, не знаю, D1, да, который его потомок, да, есть там D2, D1, D2, D2, да? Ну, я сейчас derived 2, а тут derived 2, да, то есть целая иерархия классов потомков, да, которая происходит от лягушки обыкновенной, лягушка ядовитая, вот спецификация их, да, вот какая-то, специализация определенная. Так вот, у меня у каждого из них унаследован этот int myType, поле типа. Понятно? Поле типа называется. И я в момент, когда мне надо вызывать функцию print, вместо того, чтобы написать вот такую простую конструкцию, я буду писать. Сейчас покажу. Вам как, самый простой, наверное, способ? Давайте. Самый простой способ это сделать. Самый короткий. Короче, не получится. If x.myType равно 1. Ну, я договорился, что тут вот представили себе конструктор, в котором myType инициализируется в единичку, а тут, который в двоечку, да, и только два класса. If x myType равно 1, в этом случае мне нужно... А, да, я прошу прощения, я сейчас плюну на троекратный вызов. Давайте вызовем хотя бы один раз. Ну, цикл for. For и 0, и меньше 3, и плюс-плюс. Да? Ну и вот этот. Один раз вызовем с диспетчеризацией. Итак, if x.myType равно 1, то мне нужно позвать у x, зная, что он таки базовый. Ну, правда, в данном случае легко, потому что никакой интерпретации не надо, я просто дергаю x.print. Да, это слава богу. А вот иначе else if x.myType равно 2, в этом случае, что я делаю? Я x... А, прошу прощения. Его же нужно сделать производным. Значит, мне нужно этого товарища... Я точно знаю, что это производный, но у меня есть ссылка только на базовый. А?
Static Cast, да, да. Я точно знаю, что это не базовый, хотя у меня ссылка и на базовый он сделан, но я точно знаю, что это производный. Вот уверен в этом. Вот подсмотрел. Точно он. Да. И я могу сделать такую магию такая. Магия по-английски каст. Вот так и называется это преобразование. Называется Static Cast. Как это работает? Магия. Значит, я делаю что? Static подчеркивание каст. И говорю, прикастуй, пожалуйста, мне его, переколдуй мне его в, соответственно, длинная получится конструкция, потому что целый const derived, ссылка, ой, треугольная скобка, не поместилась у меня. Продолжение на этой же строке должно быть вот тут. Кого я кастую? Я кастую икса. Дальше, поскольку статик, я не уверен в приоритетах, что статик каст отработает раньше, поэтому я беру это в скобки. Беру в скобки, и у скастованного, то есть я говорю ему, восприми его как ссылку на производного, негодяй. И говорю, а теперь прими. То есть я силой, да, я забыл точку с запятой, там поставить точка с запятой, ну, на этом, слава богу. Да, на самом-то деле, представьте себе, если у меня вдруг, не дай бог, вот это вот продолжится, да, то у меня вот при вызове мне придется, перед тем, как вызывать эту единственную функцию print, мне придется осуществлять мега-диспетчеризацию. Да? Понятно, какая жесть? А? Словарь? Вы еще не знаете. Тип, аналогичный словарю в C++. Есть другой метод, поинтереснее, попроще, который, но вот эта штука называется, еще раз скажу, поле типа. Эта штука поле типа. А в профессиональной, как сказать, практика программирования на языке C++ показывает, что иногда люди это делают. Вот реально, это делают. Вот, и другие люди пишут книжки, в которых, так я читал, я сейчас не помню, по-моему, Стив МакКоннелл, «Совершенный код». Вот там написано большими черными буквами. Если бы она так полноцветно печаталась, наверное, она была бы огромными красными буквами это сделать. Так вот, никогда не используй поле типа. Вот никогда так не делай. Потому что, ну видно, я показал вам, что это жесть, а и это самый простой смысл. Не дай бог еще, потом проблемы с макросами. Нет. Есть другой метод, который мог бы нам помочь. Ведь я могу с того момента, как только появляется функция print, я мог бы завести специальный указатель, который указывает на функцию print. И в конструкторе класса bait этот print pointer, так, ну, как он вместо MyType. Я сейчас не буду писать, потому что указатели на функцию пишутся очень сложно. И они вам сейчас и не нужны. Не надо вам это сильно знать. Но можно создать указатель на функцию. В конструкторе класса в качестве указателя на функцию print будет указываться этот. А этот print является, поскольку замещающим, то в конструкторе производного не будет создаваться нового атрибута, новый print, да, а будет тот же самый атрибут, но у него будет другое значение указателя. Поскольку указатели на функцию будут одинакового типа, функции абсолютно одинаковые, у них список параметров по возвращаемому значению одинаковый, то указатели на функции одинаковые, и в момент вызова я могу тупо вызвать функцию по указателю. А поскольку она разная, в зависимости от того, какой он производный или базовый, это будет реализовано. Если хоть часть моих слов сейчас в мозг проникла, не надо это записывать. Вы можете догадаться, что хранить указатель на функцию в экземпляре неплохо, можно, да? И это может проблему решить. И не придется писать длинную диспетчеризацию, вот тут if, else if и так далее. Да? Ясно? А сами функции где-то еще будут лежать? Вне класса? Нет, их можно оставить методами. Просто указатель на функцию будет ссылаться на base, два двоеточия, print.
Да, derived, два двоеточия, print. Потому что функция, она же компилируется, она где-то хранится в памяти, у нее есть адрес в сегменте кода. Этот адрес можно сохранить в указатель на соответствующую функцию. Его можно вызывать по указателю. То есть он считает его basic'ом и вызывает... Он его вообще... Функции там нету. У функции своя... Это... Сейчас. Сигнатура называется. Сигнатура. То есть ее возвращаемые типы и типы параметров, их количество. Называется сигнатура функции. Функция своя сигнатура. Вот он, у этих функций одинаковая, она как бы функция здесь, в этом смысле, не конкретно я адрес, да, вот когда я говорю конкретное название функции, base22.print, то я говорю о, по сути, конкретной функции и ее конкретном адресе в памяти, конкретный экземпляр в сегменте кода, вот кусок, и в конечном счете будут конкретные ассемблерные и там машинные команды, да? А когда я говорю о указателе, то тут я скорее говорю о сигнатуре, о том, что этот указатель указывает на идентичные функции с одинаковыми сигнатурами. Ну логично, потому что иначе этим указателем нельзя будет воспользоваться. При попытке вызова функции по несоответствующему указателю произойдет нечто намного более худшее, чем при реинтерпретации типа ложной. Когда мы указатель неправильно восприняли просто как на данные. Там это фигня еще. Потому что при вызове функции с несоответствующим количеством параметров ей пытаются пихнуть 20 параметров, а она принимает только 10. Или ей пытаются 10, а она принимает 20. Там несоответствие того, что в стек кладут, что принимают, что возвращается полное. То есть просто вообще, это будет ахинея. То есть сразу, ваш программ сразу вылетает с непредсказуемым результатом. Дай бог, если винчестер не отформатирует. Ну то есть это действительно жесткое поведение. То есть там нельзя вообще баловаться с этими вот указателями. В смысле, а давай я тебе теперь таким указателем сделаю. Там кастовать не стоит с указателями на функции, да? То есть указатель на функции, но зато, пожалуйста, какая разница, где она, главное, что у нее сигнатуры совпадают, все. Но этот указатель мне нужно опять же руками в каждом конструкторе аккуратненько подписывать, да? А если у меня будет какой-нибудь из производных производного, говорит, а я не буду переопределять, я буду пользоваться тем, который был, тогда ему просто ничего не надо делать, он автоматически... Поскольку конструкторы вызываются по очереди вверх, то не по очереди вверх, а наоборот от нижнего к верхнему, то у него автоматически будет в качестве функции print висеть в этом указателе. Висеть указатель на ту, которая последней была замещена. Понятно? То есть у внука в каком-то смысле при таком типе диспетчеризации автоматически будет выбрана правильная функция. Но, во-первых, много возни. Во-вторых, это ж каждый раз при вызове вместо вот этого, давайте я все-таки напишу, не указывая тип. Хотя может и указать вам тип этого указателя. Там жестко пишется как-то так. Void звездочка в скобках, давайте назову буковкой P. В скобках пишется первым. Дальше скобка открывается. А, ну в данном случае просто скобка закрывается. Как-то так, да? Правильно? Вот так вот описание вызова указателя на void функцию. Правда, есть такая проблема. Вот эта звездочка, елки-палки, она может подумать, что это функция, возвращающая void звездочка. Ничего страшного, еще одни скобки намалюем. Будет хорошо. Ну как-то так. Чтобы точно он понял, потому что раскручивание типа, оно будет по спирали. Но эти скобки, как сказать, что это указатель на функцию с нулями параметров, возвращающую void. Ну как-то так. Ясно? Ну более подробно это уже для специалистов, которые вот захотят вникнуть в указатели на функцию, можно вникнуть при желании. Это читайте на английском языке, там есть по это дело статьи. Если захотите, можете сказать, я вам дам прям конкретную статью, страниц 10 текста, и вы профессионал указатель. 20. Ладно. Короче говоря, хорошо, но много возни. Да, и каждый вызов, вместо того, чтобы просто говорить x.print, я буду говорить, разыменовать то, что возвращается из x.p, и вызвать. Да? Но лучше, чем диспетчеризация. Да? А теперь вопрос. А можем ли мы
Ну каким-то образом сделать так, чтобы оно было вот так. Вот просто как в питоне. То есть, чтобы вот эта диспетчеризация происходила автоматически. Сказать языку программирования, эта функция print, она особенная. Ты, пожалуйста, когда вызываешь эту функцию print, ты думай о том, какой на самом деле был print последним. То есть ты как бы вникни в то, а кто это перед тобой. Это реально базовый или это производные, но которые передали сюда по ссылке на базовый. Понятно? Ответ, о да, это есть. И называется это виртуальный метод. Удаляем этот атрибут. Удаляем этот атрибут. Удаляем вот эту всю фигню. Возвращаем то, как оно было. Абсолютно. То есть x. Я возвращаю три вызова функции print, потому что все теперь красиво и просто. Снова. Да? Все красиво. Ничего менять не надо. Как в питоне. Единственное, что мне требуется, дописать слово virtual. 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 Вот одно это единственное слово, упомянутое перед заголовком функции, означает достаточно сложную вещь. Оно означает для компилятора... Да, здесь, естественно... Так, сейчас, секундочку. А надо ли при перегрузке... При перегрузке, по-моему, это дело не обязательно. Не требуется. Но я могу ошибаться. По-моему, не требуется. Я не повторил, к сожалению, надо подсмотреть. Вот. По-моему, не требуется здесь писать virtual, потому что он уже виртуальный. Так вот, я для чего рассказал про поле типа. Я мог бы сразу сказать, ребята, вот питон, вот пишем virtual, все. Вот. На самом деле, когда вы написали слово virtual, то компилятор делает эту работу за вас. То есть на самом деле в этот момент у класса base появляется таблица адресов виртуальных функций. Или просто говоря, таблица виртуальных функций. То есть как только virtual хотя бы один такой метод встретился, все, автоматом у вас есть таблица виртуальных функций. То есть он рассчитывает, почему таблица, почему не один указатель? Ну потому что вы же, возможно, не один виртуальный метод захотите создать. У вас virtual void print, virtual void там, input, virtual void что-нибудь еще, да, какой не void. Куча методов, и они все виртуальные, вот такие, чтобы он сам в момент вызова разбирался, докапывался, а какой метод самый свежак, вот самый свеженький. Да? При том, что у меня вся эта иерархия, она передается по указателю на базу. Сейчас сделаю перерыв, одну секундочку, да, таблица так, функция это сказал. Да вроде все, таблица виртуальных функций. Перерыв, отдыхаем. Потом продолжим. Решивать задачки самостоятельно. Вот, поэтому вот, если бы вы были уже там вторым годом, когда этот курс идет, с третьим годом, то у меня была бы база уже подготовленных контестов, я бы просто вам их открывал, вот так очередные, и все. Вот. А так это каждый раз очень много работы по составлению, тесты и так далее. Поэтому, к сожалению, да, вот, не просто. Вот. Ну вот, можете поискать вот на judge.mix.ru, на нашем сайте кафедральном, judge.mix.ru. Можете попробовать присоединиться к контестам других факультетов, если там что-то найдется. Но вот так вот сходу я вам не скажу, потому что нормальный курс по C++ вел Кухаренко Борис Геннадьевич, но в прошлом году, к сожалению, его не стало. Царство ему небесное. Вот, поэтому я не знаю, как сейчас там, ФУП решает вопрос C++, кто у них сейчас будет читать, будет ли кто-то. Вот, ну, как-то будут реализовывать. Ну, а мы своим ходом, вот следующий год, конечно, будет уже лучше. Вам неутешительно. Потому что в следующем году еще 8 групп придет, куча преподавателей добавится, которые будут вместе со мной там делать. А сейчас нас трое. Во втором, кстати, и... И лабораторные мы делаем. Нет, да. Вот у того. ФБМ мы тоже втроем? Нет. ФБМФ, там мы набрали новых преподавателей, и там нас довольно много. Но там это пока что преподаватели-питонисты. То
То есть очевидно, что как бы какие-то из них будут способны преподавать и C++ и MPI. Вот, хотя это отдельный вопрос, а что делать, потому что немногие преподаватели не знают MPI на том уровне, как его надо преподавать по-хорошему. Я один из таких, я не знаю хорошо MPI. И лекции, это последние лекции, которые я читаю в следующем семестре, лекций не будет. Вообще? А не будет лекций, будет у вас две пары лабораторных работ. Хотя по-хорошему лекции по параллельному программированию не надо бы начитывать, но вы знаете, если C++ я на физтехе читаю в первый раз, то в жизни я, ну, имею в виду, вот, как лекционный, да, второй год моей лекционной работы, да, и первый раз я на физтехе читаю C++. Но на самом деле я его читал уже раза три для школьников годовым курсом. То есть у меня все, я достаю, там у меня какие-то материалы есть, да, примеры и уже отработанные какие-то фишечки. Вот. И я его знаю, с 2003 года я его изучаю, считается, что я профессионально работаю с ним 2006, уже 10 лет. Вот. Но как-то более-менее, то есть я язык чувствую, да, и знаю, что в этом семестре вообще преподавать. Ну, подчитываю, естественно. То MPI, мой MPI, да, и OpenMP ограничиваются посещением, таким знакомством, когда я решал какие-то задачки для своей жены, когда у нее было параллельное на ФРТК. Вот, что-то там решал. И то, что в этом летом я сходил на курс повышения квалификации в МГУ, на летнюю суперкомпьютерную академию, вот, и там недельку я учился с небольшим, 10 дней. Вот. Но вы понимаете, это не такой опыт, чтобы выйти электором сразу, семестровый курс, так что нет, вы знаете, лекции в воскресенье не будет. Параллельное программирование, оно будет исключительно на лабораторных работах. То есть я буду сейчас вот как-то... Ну, мы придумали, как сделать курс параллельного программирования неубийственным, вот, и чтобы он был интересным, что именно мы будем, собственно, параллелить и как это будем делать. Но это еще требует определенной проработки и консультаций с какими-то шарящими преподавателями, которые есть на кафедре, но они не будут вот тоже вот так вот. Ресурс ограничен, мы не можем вот так вот выдать это сходу. В этом смысле вы должны понимать, что человечество-то большое, а прослойка-то маленькая. И преподаватели физтеха – это в основном выпускники физтеха. Те, кто осознают необходимость повышения качества образования, те, кто понимают, что ради этого там, иногда и нужно быть строгим, да, и нужно уметь. И в первую очередь нужно дать педагогический талант. То есть это не так, что вот нужно уметь говорить, нужно уметь объяснять. Вот. Педагогика немножко специфична, но навыки педагогические, они будут вам нужны, где бы вы ни работали. Будете работать программистом, если вы будете уметь говорить, вы будете тем лидером. Потому что вы сможете коммуницировать, объяснять, ты делаешь что, вы сможете презентацию составить, рассказать, на доске помалевать так, чтобы было понятно. Да? Ну вот как-то вот доносить информацию, это очень ценно. Это навык важный в презентации. Да? Презентации, в смысле, я не делаю вот таких презентаций почти никогда, да? Тем не менее, моя работа, она в основном вот такая, фронтальная, то есть я презентую что-то. Презентация – это вот формат работы. Вот. Поэтому я вас активно призываю к взаимному содружеству с точки зрения взаимной педагогики. Мы всегда это делали бесплатно, сейчас появились как это, репкомит, что-то денег друг с друга хотят. Вот. Мы всегда делали как ботанс-группы, в каком-то позапрошлом году я от одной студентки услышал, они называли это кунг-фу. Давайте сделаем кунг-фу по информатике. Ну, типа такая время встречи там в боталке, в которой интенсивно пытаемся расшаривать какие-то там вещи. Вот, но как-то так. Вот, поэтому, как минимум, друг с другом, я не знаю, вам я говорил или нет, физтех-лицей, это физмат-школа при физтехе, ищет студентов, которые смогут курировать группы учеников, школьников для школьных конференций. Вот. Там не так много людей надо, не то, что вот прям куча, все ребята, давайте, но вы знаете, вот некоторые были бы ценны очень. Вот если кто-то этим заинтересуется, вот кто-то хочет или имеет там навык, репетитор стал когда-то, да, и хочет работать со школьниками, что-то им подарить, прочитать какой-нибудь фокусативчик, вот, то можете ко мне обратиться, я вас слинкую с нужными людьми, чтобы вы там, как сказать, могли поучаствовать. Даже, может быть, что-то заработать за это дело. И это не настолько тупо, как репетиторство к ЕГЭ. Там что-то интересное.
Понятно? Вот. И в конце концов на физтехе же устраивайтесь преподавать. Моя жена преподает на физтехе с 4 курса. Ну, формально с 5. То есть, вот, когда бакалавриат закончила, сразу пошла преподавать. В чмоты. На том же факультете. Студент там на год младше ее. Вот. И очень успешно. Студенты воют, но контрольные пишут прекрасно. Вот, ладно. Я что хотел вам рассказать. Постановочный критерий Барбары Лиск. Я сейчас его постараюсь вам. Это все еще про виртуальные методы? Это к ним не относится. Сейчас про них еще будет. Это же не мгновенно. Я должен вам буду раскрыть, как и концепции их использовать. Подстановочный критерий Барбары Лисков. Лисков. Американский ученый, исследователь проблемы абстракции данных. Где там? Сейчас найдем. Ссылка. Я его буду вот прям под запись бы. Не могу найти. Сейчас найдем. Под запись нужно желательно точно. Принцип подстановки. В Википедии он называется принцип подстановки Барбары Лиск. Является специфичным определением подтипа предложенным Барбарой Лисков. Это пока не под запись. Значит, смотрите, мы его попробуем описать двумя вариантами. Есть два варианта. Итак, первый вариант. Я сейчас скопирую на доску, чтобы вам было легче это делать и переписывать. Итак, поехали. Она это сформулировала так. Пусть Q от X является свойством, запятая, верным относительно объектов из X, объектов X некоторого типа T. Тогда Q от Y также должно быть верным. Также должно быть верным. Для объектов Y типа S. Типа S. Где S является подтипом типа T. Под типом типа T. Мы сформулируем сейчас это формулировки Роберта Мартина. Это Барбара Лиск.
Роберт С. Мартин. То же самое, но более человечное. Функции, которые используют базовый тип, возможность использовать подтипы, должны иметь возможность использовать подтипы, базового типа, базового типа, не зная об этом. В каком-то смысле в Питоне это за счет интерпретируемости языка выполнялось автоматически. А у нас здесь это не совсем автоматически произошло, да? Но если бы я не сделал print виртуальным, если бы я этого не сделал, то у меня функция ошибочно работала бы. Она ошибочно работала бы, потому что она бы делала не то, что надо. Она бы ошибочно выполняла эту задачу. Понимаете? Но я вам попробую сейчас еще объяснить это как бы как некоторый принцип. Представьте себе, что у меня отец был электрик. Для того, чтобы выполнить какую-то функцию, поменять лампочку в подъезде, да? Для чего его вызывают? Вызывают электрик, точка, поменяй функцию, лампочку в подъезде. Ему требуется выдать лампочку, да, и он возвращает результат. Успешно выполненная работа. Да? Понятна логика? Вот. При этом он это делал, например, за какую-то плату, получал лампочку и делал. Понятно? Его наследник, да, должен делать все то же самое. То есть он не должен разучиваться. То есть это говорит о чем? Что по принципу подстановки Барбары Лисков наследование должно быть как минимум публичным. Да? То есть он должен, то, что он умел, должно оставаться в публичном доступе. То есть хотя сам C++ он пытается заправить и все, да, то есть по умолчанию приват, наследование прячет все, что умел. Это в принципе правильно. Да? То есть вы должны сказать, а я, как сказать, вот оставляю открытым, да, то есть я сознательно оставляю открытым. То есть, правильно скрывать лишний интерфейс, припрятывать его. Но, согласно принципу подстановки, вы делаете публично. Но этого недостаточно. Вы должны еще и чисто логически обеспечить, что у вас, у него адекватно его способу это делать, адекватно уже сыну, да, он это делает. Возможно, у него другие атрибуты, он уже чуть-чуть специфический, да. Вот. Но, тем не менее, он должен уметь делать это, может быть, слегка иначе. Да? При этом не требовать ничего лишнего. Есть такая картинка, она про принцип подстановки Барбары Лисков в Питоне. С утиной типизацией было связано. Там такой рисунок, утка, и утка, это уточка пластмассовая, значит, что там, если оно плавает как утка, крякает как утка, да, выглядит как утка, значит, это утка. Вот. Да, но она и требует батареек. Возможно, у вас неправильное представление об абстракции. То есть, смотрите, если у меня есть какой-то подтип, который, в принципе, вроде бы он делает то же самое, но этот сын электрика требует, кроме этого, чтобы перед этим ему тихонечко дали бутылку водки, вызвали какой-то метод, а без этого он принтовать не будет. То есть, его отца можно было просто принтовать, а драйв нужно перед тем, как принтовать, что-нибудь ему вызвать, x.init. Да? То получится, что та функция, которая работала раньше с базовым и у нее не было проблем,
то она вдруг, внезапно, у нее будут проблемы с производным. А она, согласно принципу Барбара-Лиска, вот в этой формулировке, да, функция print3, которая использует базовый тип, она должна уметь работать и с подтипом базового типа, не зная об этом, и не должна испытывать при этом проблемы. Да. Нет. Так функционального программирования, что ли? Это загрязняет пространство имен. Загрязняет пространство имен. В принципе, да, но у тебя будет список таких функций. Когда у тебя объектно-ориентированное программирование, то ты вызываешь, напишешь точку, он тебе пишет только те методы, которые к этому классу относятся. А так ты должен сам вдруг внезапно вспомнить, что эта функция, она относится к этому типу. И ты будешь вызывать функцию, а в скобках уже первым параметром отправляешь ей этот тип. То есть здесь нет такого, как self туда подставить. Ну, вот можно решить это как бы условно как в питоне, то есть как self пихать, только эта функция вне класса живет. Но это будет жесть и лишнее. Неудобно. Итак, значит, что нам надо с вами еще освоить? Значит, когда мы строим иерархию класса, то есть, во-первых, когда в принципе вы продумываете иерархию класса, когда вы ее продумываете, вам нужно правильно сделать абстракцию. Да? То есть, например, у вас есть, собственно, этот утка, например, да? Да? Вот фактически класс у вас есть, раз. И у вас есть электрик, да? Да, вот это вот той, да, той. Да? У вас эта утка то-то-то умеет. Да, это утка то-то-то, но она требует батарейки. А это еще умеет летать, это летать не умеет. Но плавают обе, и та лапками перебирает, плавает, и та. Вопрос, кто кого должен наследовать? Вроде как-то, ну они прям похожи, то есть они вроде бы родственны в принципе друг другу, да? То есть есть некоторая над-абстракция какая-то, да? Так вот, именно что? В данном случае не так нельзя решить наследование, не вот так нельзя решить наследование. А нам требуется, осознав невозможность выполнения критерия Барбара-Лисков ни в одном случае, ни в другом, то есть у нас нет универсальности вот этих вот свойств, да, нам требуется проработать, собственно, абстрактные классы, то есть иерархию классов, создав абстрактный класс. Абстрактный. Он абстрактный в том смысле, что... давай я назову ее абстрактда. Тематика. Да. А? Абстрактная утка. То есть это класс, но он специфический. Это абстрактный класс. То есть у него не будет никаких конкретных экземпляров. Понимаете? Я скажу вам вот как. До того, как появился этот... Как его зовут? Сейчас скажу. Нет, да ладно. Был Платон, который... Сущность без подстати. Да ладно тебе. В древней разные там были мнения. Был Аристотель, а был и Платон, у которого были и идеи вот. Абстрактные. Так что не все там так не повесили бы. Вот. Этот. Как его зовут? Кого? Типа биолог, который же эти вот виды, происхождение видов. Как его зовут? Дарвин, да. Вот Дарвин выдвинул идею какую? Что вот иерархия, как сказать, происхождения видов, да, и есть реально этот произошел от того, этот от того, и есть реальные экземпляры каждого, да. А был какой-то до него биолог, который тоже делал классификацию видов. Не помню, елки-палки, не знаю, я не... А? Линней, Карл Линней, о, спасибо. Который тоже делал классификацию, но у него, как бы, это именно были абстракции. То есть он не говорил, что они реально вот, что произошли, то есть какое-то историческое происхождение. То есть именно классификацию, то есть вот рыбы, да, вот еще кто-то. И это, в принципе, да, оно имеет вот в данном конкретном случае, ни одна не произошла, другой ни это не произошло. Но мы ради того, чтобы можно было там, где у нас эти свойства пересекаются, мы выделяем набор свойств,
Игорь, абстрактная утка, да, то есть это такой специфический класс, экземпляров которого не существует и не может существовать. Понятно? Абстрактный класс, экземпляров которого. Экземпляров которого не может быть. Итак, конкретный давайте пример применения вот этих виртуальных функций. Давайте с вами напишем микроигру. Та-дам! Микроигру, в которой у нас будут юниты. Мы с вами, я на Python переписывал этот пример, когда-то я делал его для плюсов, а для Python вы его уже немножко помните, возможно. Кажется, он мелькал у вас. Soldier, помните? Там это. Civil, не помните? Ну, про драконов вы точно можете. Драконы должны были у вас остаться в памяти. Вот. Итак, и тролли, помните? И мы создавали там абстрактного врага и еще более абстрактного юнита. Вот это на самом деле напрямую относилось сюда. Вопрос теперь только такой, как это нам аккуратно запрограммировать? Да? И в питоне там нельзя было сделать так, чтобы гарантировал какой-то компилятор, которого нет, там только интерпретатор, чтобы он гарантировал, что нельзя создать экземпляр. Там всегда можно создать экземпляр класс. Да? Нет абстрактных классов в питоне. Не бывает. Пожалуйста, всегда можно сделать экземпляр. Просто да, он не все умеет. Там другой тип полиморфизма. Так, я это тоже сотру. Значит, первое. Нарисуем коротенько иерархию. Нарисуем в начале то, как хотим этим пользоваться. Вот. И самое главное, фишку я вам покажу, в чем. Хотя вы тоже это помните. Помните этот Dragon List, да? То, что в этот Dragon List можно было реально пихать не только драконов. Ну, в смысле... Так. Вначале давайте иерархию. Значит, иерархию сделаем такую. Юнит. Я сейчас тупо драконов. Вот драконы знакомы, я с ними сделаю, да? Юнит Hero, да? Этот класс, ну, условно, сразу конкретный. Значит, у юнита, как вы помните, там я в диаграмме UML прописывал какие-то свойства, health, еще что-то. Сейчас я не буду все это так вот, ну, я просто не успею прописать это за пару, вот так вот, за пару, уже осталось. Hero и enemy, да, то есть у меня глобально делится на героя, которым управляет player, ну, и врага, то есть некие юниты врага, которые будут ему встречаться. Этот enemy это абстрактный враг, реально юнита, который будет называться враг, то есть к вам на встречу вышел враг, такого нет, он не может выполнять те функции, там, помните, да, был какой? Get question, да, и check answer, да? То есть у него есть, но у него они должны быть, да? Get answer. Я там был через подчеркивание, по-моему, да? Get answer. Который я сейчас не буду конкретизировать, но понятно, что это метод у него такой, да? При этом он запоминает вопрос и запоминает ответ. А самое главное, ответ он правильно запоминает, да? И check. А, прошу прощения, не get answer, а get question. Прошу прощения. Get question. И check. Check answer. Check answer, и ему передается от answer. Ну, я так, в скобках А напишу. Типы не указываю, это просто, ну, набросок на бумаге, макет такой, да? Что там есть у юнита, там мне сейчас не важно. Дальше. У меня есть конкретные реализации этого врага, но помните, когда тролля понадобилось добавлять? И вы пытались добавлять тролля куда? Как в частном случае дракона? Ну, то есть я вам сказал, что вот есть драконы, да? Причем у нас как было? Я не создавал в начале этот класс враг. Да? То есть его не было. А был просто сразу юнит, герой, дракон, а дальше виды дракона. Да? Red Dragon, Green Dragon, которые задают разные вопросы. Green Dragon задавал плюс. Да?
там Red Dragon минус, а Black Dragon умножить. Понятно, да? Это вы все помните. Вот. А у нас на самом деле следовало бы создать экземпляр тролля. Да? Причем, в принципе, можно было даже вот по аналогии предположить, что у нас, может быть, будут еще какие-то тролли, которые специфические вопросы. Простое ли число потроллить. Чем-нибудь там. Да? То есть создать класс тролль, да? И, возможно, у него будут какие-то поступки. Так вот. А на самом деле не только юнит является абстрактным здесь класса. Да, то есть нельзя создать просто юнита. Не только враг является абстрактным классом. Да? Дракон тоже является абстрактным классом. Нельзя, чтобы был просто дракон. Хотя дракон чуть-чуть конкретизирует там какие-то вещи. Понимаете? Все-таки там какая-то конкретизация есть. Да, и нелогично, что у меня тупо будут все эти, просто список врагов и все. Ну, хоть хочется как-то их систематизировать, классифицировать, так удобнее. Чисто код читать, понятно. Вот, даже если там функциональность. А уж конкретные, которые буду использовать, которых есть экземпляры, можно их создать, они у нас наследие. Но! Я захочу в C++. Давайте я это сделаю внутри функции main. То есть я сейчас начну от факта использования. Я хочу, чтобы у меня был, например, генерирующая функция, которая будет сейчас... Давайте сейчас сгенерим несколько экземпляров врагов себе. Да? Список врагов. Ну, я себе сделаю вот так вот его. Это будет у меня список указателей, массив указателей. Значит, enemy, звездочка, лист. Ну, правда, лист нельзя, лист еще вы узнаете, что такое лист, чуть позже. Не лист, а E. Ладно, давайте полностью. Enemy лист напишем через подчерк. Enemy лист. Так, прошу, enemy звездочка, enemy list, и в этот enemy list три врага. Ну, помните, там у нас по умолчанию три дракона нападают. Я буду считать сейчас, что всегда три. А дальше я три раза вызываю функцию, которая генерирует конкретный экземпляр дракона, да, причем она его генерирует. Ну, или даже давайте так, я сейчас это не буду отдельную функцию, да, я прям тут напишу, чтобы было понятно, что там содержит. Что я сделаю? Я скажу enemy list нулевой равно new green dragon может быть с параметрами. Хотя, по-моему, он как раз параметров не требовал, все health и так далее были по умолчанию. Да? Enemy list в тот же самый список. Я кладу указатель на Red Dragon. Да, создаю новый экземпляр. Вот я дернул конструктор и положил туда экземпляр его, да? Это надо не делать. И сейчас я покажу, подождите. Есть кое-какая еще проблемка, которую вы пока не до конца понимаете. New Black Dragon. Знаете, где проблема нас настигнет? Вот тут. Уже есть проблемка. Проблема большая. Проблема. А не дай бог, как этот класс Green Dragon в своем конструкторе выделяет себе динамическую память. Знаете, что произойдет? При освобождении памяти, когда я буду делать for i равно int i равно нулю, i меньше 3, i плюс плюс, delete enemy list и ты, очищать память по этому указателю, у меня будет вызван какой деструктор? Абстрактного врага.
Абстрактный враг знать не знает, что там зеленый дракон, сколько он байт в конструкторе выделял, о том, что вообще что-то он выделял. То есть у меня утечка памяти возникает просто автоматически за счет того, что конструктор-то всегда вызывается конкретный, ведь я создаю конкретный класс. Да? А деструктор может быть вызван не тот. Отсюда следствие, сразу следствие себе. Следовательно, деструктор должен быть виртуальным. Это очень важно. Деструктор должен быть виртуальным. А теперь смотрите. Я сейчас даже не успею прописать это все вот здесь. Но если у меня теперь у меня три разных дракона заложены в этот список, у них методы, вот эти вот методы, если вы это перерисовывали сейчас, то можете просто сказать, это должны быть виртуальные методы. Виртуальные методы должны быть. Get question, check answer. Должны быть виртуальные. Но есть тонкость. А как мне сделать так, чтобы не надо было обманывать компилятор? Ну, то есть эти методы должны быть, да, но если у них будут тела, если будет реальный метод, например, реальный, не только заголовок, а реальное тело, то возникнет проблема. Можно будет создать экземпляр тупо врага и вызвать. Можно просто заголовок оставить. Если оставить только заголовок, то у нас будет линкер говорить в момент компоновки, он будет говорить, а где метод, а где же его тело, я ожидал, а его нет. Ну да, его никто не зовет, но откуда я знаю? Вы тип описываете, описываете. Нужно его предупредить. Чистые виртуальные методы. Это последнее, очень коротко, там одно синтаксис тривиальный равно нулю. Давайте напишите заголовочек. Чистые виртуальные методы. Это к абстрактным классам напрямую относится. Потому что именно это, если у класса есть хотя бы один чистый виртуальный метод, все, у него нельзя создать экземпляр. Он абстрактный. Значит, а теперь конкретный пример. Напишем enemy, класс enemy, вот соответствующий вот этой вот двоеточие public unit, который я не описывал, да, он и не нужен сейчас. В нем, сейчас не интересует меня все там внутреннее, вышестоящее, конкретно только эти два метода. Значит, смотри, я делаю этот метод, оба метода, во-первых, виртуальные, пишу virtual. GetQuestion, что он возвращает? Он возвращает строчку std, два двоеточия, string. GetQuestion. Ну и, как вы помните, он генерирует, куда-то к себе сохраняет. Protected, приватные, неважно, куда переменные. GetQuestion. Это вы так, типа, возвращаемые переменные? Но! Внимание! Он будет искать его тело. А я скажу равно нулю. Прямо тут, прямо в заголовке класса пишу равно нулю. И это пометка, которая и объясняет, что этот метод не будет иметь тело. Компоновщик, замолчи, не ищи тело. А если вдруг, более того, компилятор теперь сразу скажет, ага, значит враг абстрактный. Значит, если я где-то встречу попытку создать enemy-e, то я буду бить за это по голове, буду тыкать программисту и говорить, нельзя. Но правда, если абстрактного enemy-звездочка-e, ну вот как вот это, да пожалуйста. Указателей на абстрактный класс, да хоть обсоздавайся, потому что по указателю на абстрактный класс будет лежать какой-то конкретный. А какой, неважно, это уже при вызове конкретного виртуального метода, там мы разберемся. Глянем в таблицу виртуальных функций, возьмем указатель и вызовем. Понятно? Вот. Ну и соответствующим образом, да, я прописываю virtual, ну я последний там запишу и на этом закончу. Virtual, значит, что там, bool, правда или нет, check answer. У нас были для итог, да, int answer. Равно нулю, то же самое. То есть оба я делаю абстрактными и на этом, собственно, завершаю. Ясно? В конкретных же классах там нужно будет с телами. То есть и заголовок, и тело.
Ну, на этом все. Спасибо.